О, спецэффект дали какой, да? Оценили? Че, народ, здорово? Снова я, снова я, снова я. Сегодня вам расскажу про Ford Focus. Не знаю, второй, Таня вроде. Приехал к нам из Санкт-Петербурга. Два дня мы его делали. Что? Давайте начнем, наверное, с аудиосистемы. Тут я все выложу. Так, начнем, наверное, с усилителя. Усилитель у нас Kicks LL492 версия. Играет на пару динамиков, которые стоят в передних дверях. Хедшоты R65. Вторая пара вставлена в задние двери. Играет от головного, так сказать, а-ля устройства. Эти тоже у нас отключены от магнитофона. Роли собой звена у нас Sound Civilization. Двенашечка. Вот, пойдем теперь в машину. Как бы, почему говорю а-ля? Потому что это а-ля T-Ice. Наверное, какой-то инкар. Тут наподобие владельца уже был. Так. Капот он у нас, так сказать, по штату. Кабель силовой, защищенный предохранителем, уходящий туда, через штатную гофру. Под капот это кабель Idol Audio 4G бренд. В передних задних дверях у нас R65. Тут у нас стали штатные массажи MPT-17N. Сабвы звено в таком коробе на 110-й трубе с нашим сельдиком. Красивый короб. Много места, так сказать, не занимает машину. Универсал. На задней спинке у нас расположил вот так вот Kicks-шель 4-й. Сам усилитель. На одной спиночке вот тут получилось, потому что полки нету, так сказать. Все у нас так разведено. Проводочек на сабвуфер. Ну, как бы вся коммутация, по сути, вот на одной спиночке расположилась. Что сказать? Там у нас занавес перегорела, эта лампочка, например, кто-то чем-то занимается. Сейчас он включил парасол. Вот трек, друг, кто будет искать. Ну что, тут у нас все отключено. Погнали. Come to me, yeah, off that shit. Мы еще сделали шумовиброизоляцию 4 дверей, крышки багажника и багажника целиком. И, то есть, знаете, для такой как бы маломощной небольшой системы играет очень бодро, то есть для того, что, задний динамик подключен под головное устройство. Но, меру громкости такой системы достаточно громко. Ну, что еще? Как всегда, наверное, всего хорошего и делитесь музыкой. Всем пока. Ой, забыл. Не пинайте меня, не кидайте камнями. Аудиосистема вышла на 34560. Let me take you to a land where we call it the flash. Where I rode a Honda Civic with a trunk full of packs. I didn't have to have 10, I had a 40 on the lap. And if you ever fuck